Сколько лет уже встречаемся на одном и том же месте? Сколько видео уже прошло? Что за херню ты снимаешь? Что ты снимаешь? Всем привет и... Сразу Коля. Вот подумай, кто из нас более ебанутый, он или я? Ты. Почему я? Сразу извиняюсь за то, что не было... Скоро ноябрь? Да, пофиг. Сорян сразу, что не было видео очень долго, сколько уже месяц, наверное, прошел. Ну, это все Коля виноват. Почему я? Ну, потому что я ему говорю, пошли гулять, а он не гуляет. Да, да. Вот, почему я не гуляю? Макдай. Что? Пиво, пивасик, пивасюля, пивасюня, пивасюлечка. Бывает. Короче, мы идем на море, уже вечер. Я не знаю, правда, что мы делаем на море, да, Витя? Витя. О, Витя, ты Витя? Ты кому? Сюда иди. Сюда иди. Какой Витя? Кто такой Витя? Кто такой Витя? А. Может, посидим? Давай. Давай. О, в цвет сидим. Руки вперед, это чтобы, ну как бы не потерять равновесие. А, да, да, нормально. Кто на мамайке? Я не верну тебе 50 рублей. Прощай. Смотри, смотри. Братан, прыгай. Да. Смотри, вот почему я пришел фотографировать закат, а уже темно. Не то это мы. А? Сколько сейчас время вообще? Время? 6 ровно. 6. Покажи всем часы, которые ты купил. Отстань. 20 тысяч. На! Тебя вообще не видно. Коля, ты что, качаешься? Снимаешь? Почему-то ни хрена не видно. Снимаешь? Конечно, братан, давай. Очко-то как дают, да? Ага. Она не фокусируется, подожди. Ну, дратуйте. Дратуйте. С вами Артём, дратуйте. Артём, ты где? Ты куда пропал? Блять, я на камеру не поставил. Артём, ты идут! Почему мне кажется, что нас не видно? Около фонариком подойдет. Прожектора. О, смотри, кошак. Итак, ребята, мы нашли прожектор. Точнее, это магазик. Вот. Это магазин, это спа, уху, подожди. Спа, короче. Доктор Фиш, спа. Да, это реклама, спа. Это реклама, запикаем. Ребята, короче, это было вот такое видео. Простите, что не было долго видео. Будет много новых, вот. А я с вами прощаюсь, с вами был Артём. Увидимся в следующем видео, до новых встреч, всем пока-пока. Коля, скажи пока. Скажи пока.